Здравствуйте, друзья! С вами канал Win Condition, и сегодня у нас маленькое радостное событие. Друзья, год у нас был тяжелым, и мы не смогли поиграть пререлизы в бумажной магии. Но благодаря хорошему, замечательному, доброму человеку, Васе Колесникову, у нас появилась такая возможность. И мы сейчас с огромным удовольствием понавскрываем настоящие бумажные пререлизные наборы Калдхейма и порубимся в Вальхалле. Немного врывается бобер в видео с Никитой, друзья. Я хочу извиниться. Потому что изначально это видео должно было быть про рассвет Зиндикара. Я взял эти пререлизные наборы Васи Колесникова из хобби-клуба Лига. Именно благодаря ему сегодня снимается этот ролик. У них есть карточки, есть турниры, и есть потрясающий набор сопутствующей продукции для магии. Это коробочки, протекторы, ковры. Переходите по ссылочке и покупайте. И вот я у них попросил пререлизные наборы Зиндикара. Должны были снять Зиндикар, но не получилось. И сегодня снимаем Калдхейм. Спасибо им большое. Пишет и пишет, звонит и звонит, говорит, дай что-нибудь распаковать, дай что-нибудь распаковать. Проще было дать, чем объяснить, что мы не хотим его больше видеть. Вот. А чтобы бобер больше никогда не смог добраться до ваших карточек, покупайте отличные запечатывающиеся коробочки и прочие классные аксессуары. Друзья, я напоминаю, что снимать ИРЛ-контент, ИРЛ-магию, которая сегодня будет довольно сложно, так что не забудьте, не поленитесь подписаться, лайкнуть на все наши соцсети. Если есть желание поддержать, то на Patreon или же даже на спонсорство на YouTube или ВКонтакте, там есть теперь доны. Вот, Никита врывается надежно на Win Condition, возвращается прям как нужно. Make Win Condition great again. Он обещал много контента, который мы будем выкладывать также за Paywall сначала, а потом он будет появляться на основном канале. Давайте ценить людей, которые готовы тратить время для того, чтобы делать контент, а именно очень много времени нужно для того, чтобы снимать ИРЛ-магию. И сегодня мы, наконец, в него поиграем. Что ж, я ухожу, а вы смотрите дальше Никиту и Лизу. Со мной сегодня прелестная Лиза. Она играла тоже только, к сожалению, в цифровой магии в Калдхейм. Калдхейм ей очень нравится, Лиза обожает земелечки, а снежные так вообще. И сейчас она будет за ними охотиться. Смотрите этот хищный взгляд, он заряжен, уже готов. Мяу. Итак, друзья, открываем первый пререлизный набор, которым будет Лизавета. У Лизаветы белка разговаривает с волком в качестве файловой рарочки. У нас родился вопрос, друзья, к чату. Ну-ка, как в нордской мифологии называется страшный корабль, который строят из ногтей мертвецов? Причина, по которой они, между прочим, остригали мертвецов, прежде чем отправлять их в последнее, так сказать, плавание. Как назывался этот корабль, который так странно строили из такого интересного материала? Ответьте нам, пожалуйста. Потому что я, честно, забыл. Так. Земелечка. Земелечки. В призных наборах, чтобы плотно убахаться, конечно, мы ищем бомбы. Враз. Второй враз. Черный. Вот. Плейнсволкеры, слава богу, в Калдхейме у нас приличные. То есть они не выигрывают в однище игру безапелляционно. Ищем хорошие карточки с предвидением. И прикольный ремувал. Чего мы ищем? Вот, пожалуйста, враз. Лиза нашла свой Win Condition номер раз, теперь нужно к нему добавить... Ну, Лиза победила формат, поздравляю Лизу. Это самая стильная земелька всего сета. Ну, не зря пришла, знаешь. Да, видите? Видите эту искреннюю улыбку победительницы? Так, ну давайте, я не знаю, как можно это переплюнуть, в принципе, два враса вскрыть, видимо. Так, да, и мы еще и альтернативные файлушки ищем, они еще и файловые такие бывают. Вот, видите это удивление? Нету таких варенки, да. А тут, оп, о, чувак с рогом в башке. Да, если мы такого файлового найдем, это вообще прям бомба будет. Они есть, я их видел, они просто, это, метол. Он такого ни разу Да, я, кстати, тоже ни разу не играл, меня в него так ходили, у него очень смешной эффект, он рассказывает про себя же небылицы. Вот главный парень моей колоды, да. Обычно. Главный, этот гигант очень классный. Напоминаю, этот формат прелестен тем, что можно спокойно пережать противника команами и чувствовать себя замечательно. Еще Ященку, понятненько. Белые рарочки. Он не такой крутой. Он 3-3 с полетом за 3. Если у них здесь ничего не будет, уже можно анкоммон лепить спокойно, как бы, и... А там еще текст есть.
Итак, друзья, а теперь развлечение для самых внимательных. Как вы знаете, в призных наборчиках есть кодики на бустерка в арену. Мы эти кодики в течение этого выпуска как-нибудь покажем. Без предупреждения. Так что будьте внимательны и бдительны. Кто успеет, тот и успеет. Так. Лиза вскрывает пока самый надежный... У, кирка файловая, все победа. Лиза вскрывает самый надежный архетип, да? Врасы подров. Немножко ангелов, немножко врасов, немножко подровались. Не знаю, такое играла в онлайн, мне не очень понравилось что-то. Подровы три карточки. Мне такие больше нравятся. Хорошо, да. Но у тебя и таких много, можно удровывать всю колоду. Вот. Ну, Алис, да, победил формат, конечно, земельки. Земелька шикарна. Не для лимита, да? Хотя, в принципе, оживить ее можно, да. Может быть, в двухцветке даже можно поиграть. Да, вот да. Цвет для оживления как да, раз. Да, да. Еще, еще. Это белочка. Это белочка, да. Да, альтернативная белочка. Вот так. Ну, короче, кайф. Все классно. Супер земелька, красивые саги. Две альтернативные артины. Вот. И Лиза идет смотреть, что у нас там. Вы продолжаете быть внимательны, потому что прилизанные кодики могут быть показаны в любой момент. Итак, продолжаем. Теперь мой, так сказать, пропуск в Вальгаллу. Перфорации у нас на пачках так как не завозили, так и не завозят. Да, пожалуйста, помогите мне. Серьезно? Да. Меня не пускают в Вальгаллу, у меня... Достаточно храбро воюешь. Я порвала коробочку вместо этого. Лиза настоящая валькирия. Ее попросишь коробочку открыть, она ее просто порвет ее надвое и все. И такая, что за проблема твоих слабых мужских ручек вообще непонятно. Макарошек, да, ручки, макарошки, проклятие. Так, что у нас? Кубик. У нас бог ярости. Не знаю, что он делает. Молоток. А, это который в руку возвращается и улетает куда-то. Вроде как. Ну, окей. Не в раз. Не в раз и не земелька. Ну, тоже терпимо. Что у нас здесь? У нас здесь всякие карточки. Зеленый последний цвет. Белый первый. Так. Смотрим внимательно. Великаны вторгаются. Инга. У Лизы тоже есть Инга, только другая. Вот у меня погребальный костер. Узреть мультивселенную в классном файловом варианте. И заснеженная равнинка. Ну, ничего криминального в этом пачке нету. Сейчас фонарь вскроешь? Фонарь ломается. О, мне сегодня, кстати, в драфте передали фонарь. Люди, не передавайте фонарь в драфтах, только если Лизе, конечно. На втором или на третьем пачке. Она про черного бога сейчас говорит, вдруг, для тех, кто не очень понимает. Черный бог очень хороший. Так, это тоже не совершенно... Это хороший ремувал. Это хороший ремувал и не очень хорошая рарка. Ну, собственно. Что она делает вообще? Ну, как там реанимир... А, закажи, нет, если у вас умирают существа, да, которые помер, то я даю за это зомбик. Это, конечно, приятно, но это там, не знаю, два зомбика, два-два за там 4 маны или за 3. Ничего ломающего игру не представляется. Так. Падение. Земельшка. Вот у тебя рарка. Да. Так, еще один реаниматор с картинкой. Земелька. Еще земелька. Такая поинтереснее, но она поднимает всех чуваков одного типа. Если случайно собрать каких-то, я не знаю, гномов или берсерков черно-красных, то можно их и наподнимать, да. Если нет, то ну и нет. Мультивселенную смотреть можно прям бесконечно. Ну, по-моему, у Лизы тоже там их кирка должна быть в каждом паке. Как же без этого? Так, подраться с медведем. Гигант. Какой он красивый. Который... Это который тюторит. Когда идет в атаку, можно заплатить манку, на топ-декарочку найдет. Ну, прикольно. Насыпают рарок не топовых, но хоть в один цвет. Так. Здесь у нас что? Драка эльфов. Служительница Кодзимы. Руны, кстати. Майя. Горный лук. Вот она. Вот он, хэви метал, ребят. Вот так он выглядит в реальности. Так, и фумарола.
корный лужок. Такой крутой. Это... Меня как-то упороли, я помню. Богом? 2-2? Да, со страйком? Да. Ну, это, если очень долго стараться, то да. Там она... была дечка на этих, на РВ-чарках. Ну, РВ... Эквипах. А, ну, в эквипах, конечно, бог со страйком хороший. Вообще, любой сейчас со страйком хороший, если вы к нему приделываете огромный двуручный молоток. Так, так, так. Ну, вот фонарь. Я же сказала. В росом фонарь не ломается. Фонарь, наверное, играть не буду. Окейшки, друзья, сейчас мы сделаем так. Я, значит, свой набор сейчас подробно разберу, положу там вот этот ремул, правильно напомню, как вообще собирают сильные колоды. Лиза в это время втихаря положит свой враз и все в просмотр мультивселенной, и потом меня это обыграет, в общем. Вот, оставайтесь с нами. Итак, друзья, начинаем. Быстро напоминаю, как обычно собираются сильные наборы. Значит, что мы смотрим? Мы посмотрели свои рарки, да? Естественно, главную рарку посмотрели, остальные рарки, они у нас с перекосом по цвету. У нас одна белая, 4 черных, одна красная. И карточка, которая, скорее всего, не влезет никогда в колоду, потому что она слишком концептуальная. Для этого, ну, посмотрим. Да. Черные рарки не запредельные, то есть фонарь, конечно, соло выигрывает игры, это прям бомба-бомба. Этот парень просто хороший, это ситуативная карточка, это ситуативная карточка. То есть, как бы, вот, вот так вот я прям... эти карточки меня сдвигают к своим цветам. Эти добавляют, что черный прям, скорее всего, соберется. Такая играться не хочется. Быстренько, не особо напрягаясь, просматриваем дальше. Значит, мультицветные карточки, чтобы вспомнить. Есть такое сочетание цветов, такое сочетание цветов. Ну, пока как-то не дружит с предыдущим планом. Пока откладываем. Земельки проверяем, что у нас стабилизируется. Есть две черно-красных, есть бел-красная. И об этом не нужно забывать, особенно в этом формате. Такая и такая. Запомнили это. Это оставили, это стабилизация, это положили, чтобы помнить, что можно такое все собирать. Быстренько просматриваем все наши цвета в плане того, если там какие-нибудь убивайшки. Вставляем просто стопочку и прям раскладываем убивашки. Смотрим. Ну, условно говоря, такого можно считать. Это премиум ремувал просто убивает. Ну, условно говоря, такой, ну и может быть такая. Пока, в первую очередь, обычно я откладываю фейс ремул, даже если он условно, типа этой короны, которая, конечно же, не запредельна. В белом это, кажется, сама все убивалка. Вот. Так, вот еще у нас. Ну и упражнение закончено, да? Продолжаем остальные цвета. Никогда не нужно циклироваться на своих друзья-рарках. Значит, в красном. Вот так. Ну, это не то чтобы карточка хорошая, но она существует. В зеленом. Сломать крылья, подраться, еще подраться. Ага. И в синем. Этот отправляется сюда. Значит, в синем у нас... Ну, синий не то чтобы цвет прям про убийство существ и что-то такое, но все равно... Что-то можем, да, пленить чудовище и облик изменить. Вот. Дальше хорошо бы еще, конечно, быстренько пробежаться, посмотреть моего ли эффективного существа в каждом свете. Но пока мы видим, что у нас вот просто здесь две стопочки, которые длиннее, чем остальные. Поэтому быстренько раскладываем этот вариант. Если он сложится, да, там будет все прекрасно, то хорошо. Если не сложится, будем придумывать что-то другое. То есть временно. Но, напоминаю, не нужно никогда финализировать. Если у вас есть время... Оно обычно есть на сбор колоды. Вы всегда пользуетесь им на максимум. Итак, берем все вот эти карточки. Не открываем пока красивую файлушечку. Вдруг мы играть ей не будем, в конце концов. Чего ее лишний раз коцать? И раскладываем уже. Так, у нас этот бог, а альтернативный вариант его молоток. Бог у нас 5-4 пробивной. Дальше непонятно, будем считать это существом по умолчанию. Но про фонарь мы будем считать фонарем по умолчанию, потому что я, скорее всего, никогда в жизни не буду колдовать его как существо, а вот бога непонятно, бог и бог. Раскладываем просто по монокосту, по старинке. Эту карточку пока считаем пятеркой, потом посмотрим. Потом можно переложить все предвидения в предсказания, точнее, во второй дроп, чтобы по-другому выглядело. Шестой, так. У нас вряд ли будут первые косты, но если что будет, подвинем. Чтобы вам виднее было, это шестой. Существ наверх. Смотрим эффективных существ в этих цветах. Пока всех.
Потому что понятно, что некоторые, например, без снега не работают. В некоторых условиях, про вот этого парня не во все колоды я хочу, потому что он там 2,5 вход хочет, вот это все. Ну, нормальное, нормальное существо, нормальное заклинание. Руна, допустим, потом выкинем, если ничего с ней не будет дружить. Служительница Кодзимы. Раскалывание черепа можно играть, не то чтобы прям фантастика. И таким тоже можно играть. Смотрим в красном. В красном налетчик, наездница, чайный берсерк, шлем. Можно подумать, о разорителях можно подумать. Еще одном разорителе, еще одна руна. Такой вот парень. Такой вот парень. Замечу, что парни у меня почти все берсерки. Ну, кроме богов. Что в целом намекает, что можно как-то с этим что-то придумать. Но я, помню, кроме поднималки, не помню, чтобы кто-то берсерков вообще проверял. Теперь можно посчитать карточки. Конечно же, в онлайне это он делается автоматом. Тут мне придется делать это ручками. Ну что ж, пойдет. Итак, друзья. Там вот прям в самом таком черстом, как это, черстом. В самом сыром драфте 17 существ, 12 спылов, 29 карт. Слишком много, я хочу 23-24 на крайний случай. Сейчас будем выкидывать всех, так сказать, слабеньких. Карточек больше на первое предложение. Я там еще не рассматривал еще артефакты. Поэтому выглядит как то, чем можно вполне играть. Собирать две земельки, опять же, красивых. Так что будем работать от этого, не будем пытаться придумать что-то другое. Значит, будем выкладывать самые слабые пока. Мы попробуем всеми рарками поиграть, узнаем, хороша она или нет. Значит, здесь. Парень за 6 маны, не очень агрессивный. Можно выкинуть. Здесь пох, фонарь, странный ремувал. Можно выкинуть. Рейд можно выкинуть. Колода выглядит пока как довольно агрессивная. Здесь. Смотрим. Вот эти два парня. Насколько они рабочие? Они требуют снежных земель. Причем хотя бы 3. Смотрим наши снежные земли в этих цветах. Гора. И закончили упражнение. Да? Ага, ага. Ну, то есть, это существо 0-4 за 2 маны. Забыли про него, убрали обратно в черную стопку. Вот этот парень. У нас, ну, довольно низкая курва, есть какое-то отстраивающее заклинание. В принципе, он, по идее, может даже хотя бы один раз вырастить, с него достаточно. Берсерк. Можем ли мы его растить? У нас есть топор, который у него оденется. И, по-моему, это все. Но две рунки есть. Ладно, пока оставим. Налетчик. Хорошее существо. Разойти склепов. 1-3, гном-бродяга. А у нас демоны-берсерки. Ну, мне кажется, демоны-берсерки и гномы-бродяги не подружатся никогда в жизни, поэтому он, к тому же, не агрессивный. Уходит из нашего праздника. Остается пока. Остается. Щенок остается, потому что он классный. Здесь. Корона не очень. Две рунки пока оставляем. Подъем другуф очень хороший. Корона не убивает на блокера, а у нас какая-то совершенно вот это вот... Ходи в атаку, убивай блокера в колоду. Никакого другого плана нету. Поздняя игра, там только фонарь и все. Если его нету, вообще поздняя игра отсутствует как класс. В третьем дропе у нас какие-то качественные существа. Хотя такое, опять же, активируется с большим трудом. Вот. Но зомби тоже берсерк. В принципе, меня это устраивает. Здесь все очень хорошо. Давайте считать, что получилось после первого, так сказать, отсечения. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. Я ничего, перестарался. И оставился. Стоп, 23. Это я вообще не перестарался, да, я все ровненько сделал. Ну, вот как-то так. Можно попробовать. Похоже это на 16 земель, а не на 17, потому что у меня вот это вот на самом деле вот здесь можно сколдовать через заклинание отсрочки. Вот это вот, ну, сама поздняя игра, да, у нас там курва заканчивается условно на 3, 2 четвертых дроп и 2 пятых. Можно и в 16 земель офигеть немножко, но две земли такие, они вообще как заклинания. 17 вполне себе поедет. Плюс можно всегда подложить кирку или дракар. Последнее, что нужно проверить, друзья, не забывайте, это важно, это количество существ. Потому что если их очень мало, то нас ожидает плохие времена. Давайте быстренько проверим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13. Ну, 13 это мало. Можно и больше, но...
Что ж поделать? Что ж поделать? Вот, то есть можно, да, условно, положить машинку, например, вместо руны, скажем. Что-то такое попридумывать. Я сейчас над этим поразмыслю, но это уже то тонкий, так сказать, допилинг колоды, назовем это так. Можно поспешить сюда белый или синий, но ничего фантастического с одним стоимостью я там не наблюдал, поэтому эти все планы тоже оставим. Играть будем в 17, и вот прям так, наверное, и положим. Передаю слово, так сказать, следующему участнику нашей регаты. Ну, а я просто взяла рарки и положила остальные карточки в их цвет. Ладно, на самом деле мне не понравился красный, мне понравился черный, там какие-то, ну, такие средние карточки, есть парочка хороших, но этого мало. В синем есть нормальные, но их тоже мало, они ни с чем другим не особо клеятся. А тут есть в раз, и я хочу поиграть белочкой. Белочкой, ну, посмотрите. Отдельно отмечу, что она поиграет обеими белочками. Везде да, белочки. Да, я хочу точно увидеть белочку. Да поехали играть уже. Друзья, мы готовы. Мы собрали колоды, помешали, подсняли, и сейчас будем рубиться. Все, внимание, на стол. Поехали. Давай кинем кубик, кто будет заходить первым. В силе деть не так важно, как на драфте, но все равно прикольно. Кажется, у меня есть шанс. Выше серединочки. Это кубики фальшивые? Не настоящие. Так, ну это прям. Я зайду. Я ставлю. Да, я тоже. Да, фигач. Ходи. Какая неожиданная карточка. Никита только что понял, что он забыл снежный базик свой единственный в колоду добавить. И вот этот парень у меня грустит. Но ничего, 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 ничего. Так, Никита предрек что-то. Я взял карточку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нет. Давай к тебе в атачку сходим. Да. Гном-священник объяснил мне, что я не прав. Не прав. Да. Ой, мне нравится. Надежный как паровоз. Ладно, самый унылый друг на этом западе. Ходи. Ну, мы играем, друзья, до двух побед. В следующей партии я положу, конечно, свою гору несчастную. Давай. Балакировать хочу такого. Не жаль. Сначала он исполнит свое благое дело. Что, поют песню лесов? Ну давай, пей. Песню лесов. Да. У-у-у. Она вот модные земельки не забыла в колоду положить. Я что-то тупанула, уже не надо было ландроп делать. Напоминаю, уважаемые зрители, что можно делать только в казуальных играх, на турнире не получится. Да, они померли. Тебе там больно? Мне больно, а тебе приятно. И можно еще что-то сделать, забыть карточку. Пророчество. Не знаю где. Ну давай. Ну клади к моей. Пусть они друг на друга смотрят. Все. Окей. Так. Что у нас тут есть? Так. Так. Налетчик и мерштурма. Гору хочет скидывать. Карту хочет брать. Ходи. Вот так хочу. Да. Ничего не бояться. Жаль. Да. 26 жизни. Ходи. Медведь. Медведь большой. И нам не нравится. Медведь умер. Давай оттуда. Поскраился. Отравлю медведю кубок. Я не знаю, где у медведя кубок. Ну, давайте, да. Поскраем. Это эльф-воин. Ну, хорошо. Так, у нас будет горячий... Женщина с топором. Это женщина. Немножко пророчеств. Да, это огнеходка. Ладно. В русской версии нельзя ошибиться, потому что написано. Давайте. Ну, в смысле, он у нее там. Хотя да, согласен еще. Все викинги прекрасны и мощны. Давай сегодня сделаем так вот. Так, да, волчара. Берем карточку.
Как же мощны его мохнатые лапищи. Белочка. Разговаривать с таким. Так, мы взяли карточку. Тут есть опция, ребят. Ну, то есть выглядит как вот так, но есть нюанс. Вообще надо было землю класть для начала. Но раз уж положил, я так положу. Поэтому теперь мы просто хотим вот так, вот так уйти. Пошел. Ну, мне очень не нравится, поэтому... Вот, теперь мы, соответственно, используем способность. Надо было сделать до земли. Сгнали эту карточку. Ну да, да, да. Она останется в изгнании бесконечно, потому что земля уже была. Ну, повреждение. Ну, он очень противный на да. большом количестве маны. И теперь у нас будет кирка и друг кирки. Ходи. Так, у меня в начале Акипа с край. Я знаю, ребят, что он с ускорением. Я надеялся, что она поднимет какое-нибудь существо просто. Или землю. Лиза разговаривает с белочками. Каждый ход, когда она разговаривает с белочкой, приближает меня к тому чудесному моменту, когда за мной придет настоящая белочка. Вот это? Вот это, да. Вот этот вот бельчоночек. Ну, входи. Ну, печаль. Хасты нет. Печаль. Есть неуничтожимость у нее зато. Так. Так она все время тапанная же, какая разница. Тогда Никита будет поднимать берсерк в складбище. Будет вот такой берсерк и... А, ну, так, и выбор, да? Выбор. Выбор. Ну, такой берсерк карточек. У меня нету циклик, мне их незачем. Вот, соответственно, нас посещает такой берсерк. А, и он же, наверное, одевается в эту штуку, а гном будет белку ждать. Ходи. Белка. Ты такой остался. Белка, кусь-кусь. Давай. Подробим карточку. О, да. Неуничтожимое существо с лайфлингом. Что же обожают агрессивные колоды. Маленькая. Это да, еще тапается, но в остальном не нравится. Вообще не нравится. Давай сделаем побольше. Эй! Просто окей, первый удар, цепь жизни, неуничтожимость. Нет первого удара. Она просто как подыхает каким-нибудь ладно. Образом, возможно, когда-нибудь. Нет. Ладно. В моей колоде нету способа разобраться с белкой-убийцей. Ладно, белка-убийца атак хочет, у нее нет выбора особо. Что, на 2-2 фюстрайк, да? Откуда у нее фирстрайк? Ну, мне кажется, постоянно шичак дает фирстрайк. Ну ладно. Лайфлинк она дает. Я не могу позволять Лизе партить карточки, поэтому встретил, да. Такую спрячу. Да, хорошо. Ходю. Как нам отбиваться от бельчонка? Угу. Ну, я хочу вот так, видимо. Давай. Нужно эти 28 хитов еще как-то пилить. Страдаю. Так, поделать. Ты страдаешь. На 7. Я получаю клад. Зачем тебе? Надо в земельках лежать, нервировать. Так, я активирую способность своей тускарки. Я вандроп не делал. Нашел фумаролу. Еее, целевое существо или планетсвокер. Так, это отправляется сюда навечно. Можно в белку, можно конечно. Своего стрелять. Можно своего стрелять, можно белку стрелять, можно много чего интересного сделать. Вот, и нас, значит, еще гном нас ожидает. И будем продолжать играть все, что нам дают. Чего у тебя так много народу? А, они все плохие, потому что ходи, пожалуйста. Ладно. Гномшкар! Был у меня стол, и нет у меня стола. Давай сейчас карточку возьму. О боже мой! Что за боглы, друзья? Что за боглы там собрались? Она теперь еще и трамплёны. Ау. На 3. Это чарка дает плюс 1-1. Ну, и чё тебе ничего делать? Уходить. У меня существ размером нет кого-то таких, которые это останавливают. Берсерки. Да ну хорош. Ты говоришь, плохие рарки. Плохие рарки. Плохие же рарки. Такой скинул такого. Пошел.
Влад. Кто встанет? Блин, я не понравилась в прошлый раз. Не. Я забывать, сколько у него хитов? 2-1. Зачем на 2? А, она когда повреждение наносит? Нет, она там пола. Не-не-не-не-не. Да. Не делай я так. Я в прошлый раз не понравилась. Не делайте так, дети, да. Теперь... Надо подраваться. Да. Точку там получу. Я забыл про пробивной удар. С превенцией один хиточек. Я подумал, что она еще что-то хочет привести купить белки на секунду. А, только топор. Да. Будет белка с топором. Уходи, чего? Ходю, чего? Так. Так. Не, ну не ходить в атаку бессмысленно. Нужно как-то этого я не остановлю. Мне нужно чувака 4-4 типа останавливать. Это может сделать... Условно, вот этот унылый парень. Шел в атаку. Блин, ну я больше хочу от такого избавиться, чем тебе на 4 ходить. Ну, там до смерти. Ты попробовал попасть во что-нибудь полезное? Да боже мой. Это полезное. Это полезное. Точно сейчас собираем. Казалось, весь сапоги, кроме того, что есть. Ну, давайте там посбахнем. Все разъедутся тогда. Маны много, толку немного. Так, ну всю свою реанимацию карты дальше я уже сколдовал. Осталось только фонарь найти, и Лиза меня убьет белкой. Карточку взять, хиточку. Хиточку. Да. Белка просто и так крутая. И так крутая, да. 1-1 не стакт. Все достаточно. Положить карточку. Ну вот, она еще и с дабл лайфлинком будет. Еще и каунтер получит, господи. Хватит робота собирать. Карточку. Так. Доходи. Ничего не нравится. Так, не, ну берсерки это хорошо. 2.5 никогда больше не сколдую. Не, сколдую, если подниму ровно вот этого парня еще одного. Он поднимет ровно спелл мне. Ускорять этого парня тоже какой-то странный план. Ну, блин, на встречных курсах. Я не знаю, как эту белку переехать, правда, ну вот так. Ну, давайте, наверное, топор сломаю. Я верю, что это правильно. Мяу. Получу 4 хита, а мне пройдет наш. На 8. Да. В итоге минус 4. Да. Я уверен, что тебя не очень переезжает фонарь с того, что я сейчас вижу. Я типа хиточки начинаю терять по нему просто. Давай белку побольше сделаем. Ну вот, все, упадничество пошло. Нет, не побольше. Слушай, что на руки нашла? Ставим такого. Да. Потом сделаем белку побольше. И слайфлинг. Прекрасно. И, по-моему, она сегодня бдительная. Да. Да. А, шатай, смотрите. Сколько она? 5-я? Это 4-я? Ну, значит, ты не блокируешь. Да, я умер. Меня переехала белка со всеми обилками, которые только есть в этой игре. Она была трамплённая, лайфлинкнутая, с бдительностью и неразрушимостью. Я играю тупым БРом, я не могу ничего противопоставить от неистовой мощи. Ну, один ход был с бдительностью. Это был последний мой ход. Друзья! В первом раунде меня схватили за шиворот и уволокли в гнездо с орехами, где я окончил свои дни, наблюдая за орехами. Во втором раунде мы делаем проверку на самого внимательного. Итак, друзья, смотрите. Оп! Волгалю возьмут не всех, а только самых хитрых. Чтобы вам не было слишком легко, мы закрасили на этом кодике один символ. Это буква латинского алфавита. Вот кодик. Вот кодик. Вот закрашенная буква. Подбирайте. А теперь продолжаем. Так, ты зайдешь? Я буду ходить теперь первым. Надеюсь, что... ну, не знаю. Я все сделал, что мог. Я сделал в раз наоборот. Там вот это вот все было и не помогло. Белка too strong. Too strong. Too strong. Меня устраивает эта рука.
Я тоже оставлю. Почему? Правильно, я положил ее в колоду. Все? Да. Читор! Читор. Ходи. Ходю. У меня будет берсерк кровавого неба. Опасный. Могу? Да. Небо, кстати, за ним такое сине-фиолетовое, ничего кровавого в нем нету, в общем. Ну, это поопаснее. Масик. Масик. Ты с ним уже знаком. Да. Хиточков 6 отжирал, по-моему. Да. Слишком сложно. Нет. Два спыла мы никак не справимся. Вообще. Мы справимся... Завтра два спыла. Завтра два спыла. Хорошо. Ходи. Ну, началось, началось, началось. В атачку пойдем. Да, да. Колода на роботах. Ну, это гном с киркой в горах накопала золото. Я, в общем... Какие-то камешки накопал. Без претензий. И чашку. И чашку, чашку. Раскопала чашку. Ну, чашку это самое то раскопать. Так, ладно. Тогда мы будем делать так. Четыре дырки. Нет. Получил одну бесцветную манку. Потому что потратил одну снежную. Маленького обидел. Раз на нее сделал кирку, положил сюда два жетончика. Получил угрозу, пошел в атаку. По два получилось? Да. Опасный. Ходи. Давай поставим такого. Я уж боялся, что это белка. Там, конечно, весь зоопарк в эти белки там. Да. Ходи. Ходить. Так, мы делаем вот так. Откладываем. Одеваем. Идем в атаку. Не больно. Получаем клад. Ну да, ход передаем. Давай ходить друг к другу. Эй! Я, кстати, друзья, вот Лиза хороший опытный игрок, а вот у меня было тоже кирка, еще что-то, тоже две рунки. Я что-то не сложил одно со вторым. Подумал, что все что мои плохие, что кирка лучше, чем рунки, а то, что можно и то, и другое положить, что-то как-то это. Что-то рано он дропнул. Да ну хорош! Что это такое? Это рунка. Мяу. Хочу в атаку. Да, можно. Пятый. Да, класс, роботы-убийцы. Кладик. Да. Еще чашку. Волк чашку накопал в моих Ходи. Горах. Супер найс. Супа найс. Волк умер. Нет. Скандовали. Молот. Что делает, напомню. Да я сейчас читать буду. Молот Торгльфа. Снаряженность, что есть способность. За 2 маны открепляешь молот, он делает 3 дырки и возвращается в руку. Вот этот пацан. Сюда 2 жетончика. Поехали. Я что так больно. 10? 10. Клад вернулся. Продолжай. Не. Больно. Волчик не справляется. Вот и все, он справляется. И... У тебя карточек нету. Берсерки. План. Завтра нету, плана нету. Тут туда ходим, когда не можем ходить, проигрываем. Так что. Давайте изучим, что еще Бог делает. 4 маны, пробивной удар. Что такое? Крутой. Надо было той стороны ставить. Ну, надо было потерпеть, да, наверное. Ну, повторяюсь, у нас план вот это топорами махать, как бы я пока придерживаюсь. Молотками, топорами, кирками, вот все, что в руку дают каждому. Там у меня по 2 руки, они еще с 2 рук могут махать. Вообще крутые. Нет, неправильно. А, в атаку? Да! Не. Ну, кусь, что там, на 4, на 5? На 5. 7 хитов. Волк накопал в моих горах что-то слишком много. Медведь. Переодел. Да, все так.
Интересно. Ужасно интересно. Медведь шестой. Седьмой медведь. Что, друзья, делать седьмым медведем? Смотреть на кодик, в котором замазана циферка. Ну, я посмотрел на кодика, а с медведем-то что делать? Ну, вот так прячешь его, и нет медведя. А теперь хоп, и есть медведь. Ладно. Дадим вот этому пацану. Не дадим. Стал богом. Ну, точнее, он этой карточкой стал. А тут что, ты передумал в атаку ходить? Не, ну теперь я вообще передумал. Вообще что-либо делать. Ладно. Больше предсказаний. Ходи. Ну ладно. Тут давай понадеемся, что не убьешь. Что вот они. 5, 7, 8, 9. Такого скажем. 10. Нет, сейчас он 7, теперь 8. Окей. Теперь 9. Хорошо. В атачку хочет. Он 9, мои 9? Да. Звучит честно. Первого удара нет, правильно? Нет. Ну, есть. Ну, он там идет, да. Встретили. Жаль его и твоих ребят. Да. А, мне плюс 9. А, у меня родился дух. Да. Он, давай пока меч, этот топор ни на кого девать не будем. Поставим такого. Нашел такую. А, это он летает. Это будет дух, который летает. Вот дух, который летает. Вот дух, который летает. А, поставлю такого. Могу узнать карточку. Можешь отрастить воинов, клериков, гномов. Что? Ходи. Так, ну это... Где там наши отлетевшие друзья нас к нам в убогом виде вернутся? Это еще и инстант. Ну, было бы странно, если бы... А, это эта штука. Сорсери. Все окей. Так. Мой ход. Угу. А у тебя ни на ком этой бодобумки нету, да? Вот этой нету. Хорошо. Нашел хостового парня. Нужна визуализация своих берсерков. Так. Мы нашли зомби-берсерков. Давайте смотреть. Значит, мне преускупляют к такому кирку-убийцу. Скажи спасибо, что не к белке. Спасибо, что не к белке. Стало легче. Ну, это как-то опять похоже на поиграли, конечно. Я, конечно, подниму всех берсерков. Двух. Этот бог, к сожалению, не участвует в празднике. Они, конечно, все вырастут. Чтобы не помереть, я не блокирую. 3, 4, 5 по воздуху. 6. 3, 4, 5, 6. 6 по воздуху. Мне просто нужно заблокировать двух существ. Этот слабый и немощный. Очевидно. Что-то, мне кажется, в Вальгалю возьмут не нас. Мы, конечно, помрем сейчас с оружием в руках. Ну да, главное с оружием в руках помереть. Вот дроп, кирку одел. На. А твой сейчас побольше, да? Побольше спереди и с хостой. Пойдет такой. Короче, один берсерк остался. С таким. Два берсерка. Действительно, просто так сделать. Один из них с киркой. Вот этот парень отправились в атаку. 5, 6, 7, 8. Типа на 11. Да. Из твоих 29 звучит. Окей. Так себе. Вот. Так, было 29, да? Да. 18 стало. Ладно, ребята, эти зомби не берсерки, но... Они достаточно неистово выглядят, чтобы заменить, так сказать, братюней. Вот. Ну, показывай. Сейчас, надо еще карточку взять. Так, ну мы нацепим. Да. Такую. Да. Сходим тебе на... Ты двоих блокируешь, так что да. Мяу. А, так, мне плюс 5. Да. А можно мне враг? Ставим белочку. Белочка. Давай нацепим. Давай на маленького нацепим. Ну, он так уже маленький. Это он станет четвертый, не на большого нацепим. Хорошо. И ходи.
Ну, друзья, вы поняли, что меня побеждает Кирка. То есть это, конечно, парень, который войдет, подциклит ничего, и меня убили. Нечестно. Кирка убивает. Все. Вот так, друзья, как побеждать камончиками в Силидах. Я ей колдую рарки, она мне колдует Кирку, и я проигрываю. Видели, видели? 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 Still got this. Да-да-да, все еще вот это у тебя было. Ну, то есть я там поднимаю по два существа, а что-то реализую. Я покастил раз, два, три, четыре, три рарки, один мифик, меня покастили Кирку и... Ну, вот это не считается. Ну, это существа просто, да, какие-то базовые. Ну, короче, меня переехали. Мои рарки, вот эти пять рарок в цвет, переехали, вообще не заметив, не ощутив. То есть я там в разы откатывал, мне такие, Это, ребята, скиллуха. Скиллуха. Лиза сильный повелитель. Лиза принцесса Диснея, она вызывает белочек, вот этих вот волков из леса, они за нее там меня просто разваливают пегасов, просто ломают мне щи. Магия такая. Мы очень рады поиграть в бумажную магию, наконец-то надоел сидеть дома, нифига ее не видеть. Спасибо большое всем, кто по этому поучаствовал. Мы надеемся, что мы будем играть в нее чаще, снимать видео чаще и вас радовать чаще. Сладенький вы наш.